Приветствую, друзья, вас на канале Баба Плей, меня зовут Владимир, и сегодня мы начнем, то бишь не начнем, а продолжим играть игрушку Raft. Сегодня мы направимся к большой яхте, друзья. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Как вы помните, в прошлом эпизоде мы приплыли к большому острову, я даже не начал лутать его. Короче, ну что, сбегаем, полутаем, посмотрим, что там есть, чего да как, и тогда уже направимся к большому острову. Ну, не острову, а к большому кораблю, то бишь к яхте, и там уже будем собирать, я хочу собрать двигатель, чтобы уже более-менее свободно самому перемещаться в данном направлении, куда я хочу, а не просто плыть по течению. Ой, извиняюсь, друзья, что-то молись. Кашель прицепился ко мне. Ну ладно, короче, выйдем, посмотрим, что нам надо. Потому что я здесь не был, не знаю, что здесь у нас, что нас здесь ожидает. Кого мы здесь встретим. Ну ничего, полазим, посмотрим, что у нас тут вообще есть. Надеюсь, тут никаких медведей нету. Чтобы нас там за жопу не цепанули. Так, соберем жрачку. Эти деревья большие не рубятся, как я предлагаю. Да, вот эти только рубятся. Давайте дострубим тоже их, что там. Раз сюда приплыли уже. Соберем по возможности все ресурсики здесь. Вот. Потом, когда приобретем, когда мы уже в этом, на яхте соберем все рецептики, все дополнения, чуть-чуть перестроим плот. У меня же там есть некоторые идеи по поводу этого всего дела. Ну, это сначала нам вообще надо доплыть до определенного процесса, да. Так что там это будет у нас основной задачей. Ну, когда я буду плыть, я уже, наверное, не буду это снимать. Я начну запись, когда мы отплывем, а закончу ее, потом уже продолжу, когда мы прибудем уже на место назначения, чтобы время не тянуть и его не растягивать, беспонтовое, показывать беспонтовое лутательство всего и всякого. Я понимаю, что это игра, и на этом я основана, но все равно это реально лишних, это 10-15 минут, наверное, будет на видосике. Лучше что-нибудь туда полезное впилю, чем вот так. Тут, кажется, мне есть даже земля, если не ошибаюсь. Ну, нам надо найти какую-нибудь, как говорится, пещеру, что ли, или она под водой. Подожди, сейчас посмотрим. Сейчас я нырну, заценю, что у нас здесь есть. Так, это мы разберем. Только, кажется, тут акулы не будет здесь. Акулы, я так предполагаю, что она здесь не сюда, она не заплывет. Глина. А нихера здесь нету земли. Ну где-то по-любому должна быть, потому что на маленьких островах этого нету. Я так предполагаю, что значит будет на больших островах. Ну посмотрим, может быть это неправильно еще, посмотрим там. Это сейчас не к спеху, потому что эта земля нужна для высаживания лужайки, чтобы могли выращивать, ой, не выращивать, содержать животных. Вот и все. Что там травка у них росла постоянно, чтобы они там с голоду у нас не помирали. Так, тут металл. Вот, здрастик, ты кто? Олененок? Вроде бы какой-то олененок. Но опять же, я его тоже не могу смотреть, потому что у нас нету зарядов. А это рыба, тварь, она обитает где-то здесь на этих островах, надо искать ее. Там нужен порошок. Хорошо. Дальше. Запрыгнули так. Хорошо. Там какие-то спутники там, отлично. Сейчас слазим, посмотрим. Что, здесь еще здесь толково, чем можем собрать здесь? Спутник разобрать вообще идеально. Ящик, шарниры, хлам. Всякая всячина. О! Это что там полетело? Страус? Ух ты, блядь, остров такой. Два животных, это очень редко на таких островах бывает два животных. У нас есть страус. Здесь у нас не вырубит, у нас, да? Или это индюк, нахуй? Скорее всего, это индюк, а не страус. Покушаем, пока мы тут... А, это семки. Где он там? Чувак, ты где? Да, это индюк, индюшка. Ну вот и сейчас, окей, мы сейчас нашли этого все дела. Вот когда будем уже чисто, ну, целеустремленно искать их животных, хер мы найдем их. Хуй, это по-любому, это закон подлости. Так постоянно бывает в жизни, так. Так. Ну, это здесь тоже ничего не вижу, землячки никого не вижу, ничего не вижу.
Ну, посмотрим. Так, это что? Ягоды? Блин. Блин, блинские. Так, что мы можем выбросить? Это семки, кокос мы не можем жрать. Да что это такое? А нас семечки нахер не нужно. Лучше возьму вот это. Ягода красная. Здравствуй, чувак. Могу тебя как-нибудь зашпиндорить, вырубить тебя, забрать? Ну да, нам нужна пушка. Она создается из порошка, которого у нас нет. Вот там козлик. Здесь у нас есть страусик. Блядь, ну это вот это закон подлости. Ну ладно, это черт с ним. Это потом уже не первый, не последний, он у нас попадется по пути. Очень много ресов на этих островах. Ну и это понятно, это большой остров. Так, может быть здесь у нас есть земелька? Нет, нет, это мы тут, кажется, уже ныряли. Может пытаться найти эту рыбку, которую можно взорвать к чертовой матери. Ну, навряд ли она будет здесь пока что. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим. Тихо, спокойно. Сейчас у нас, наверное, акула сагрит, только не знаю, с какого края она на нас нападет. Так, тут медь. Медь нам тоже, по идее, нужна, но... Это не так... Необходимо на данной стадии. Ни хера не вижу. Не вижу ни рыбы, ни акулы пока что. Ну, акула это хорошо, а вот рыбу... Не знаю. Я это чуть читал, смотрел, они находятся... Ух ты, блядь, там куда... А, это чайка. Они находятся в непосредственной близости больших островов. Они появляются, по большому счету, ниоткуда. И, блядь, пытаются тебя взорвать. Лучше иметь к этому, конечно, как говорится, какой-нибудь стрелы. Его можно... О, он плывет, красавица. Иди сюда. Иди, зубастик. Я тебе сейчас звездану с копьем пару раз. Вот так. Ах ты, блядь, какой ты хитрый, а ты жопа. Ну, давай. Иди ко мне. Иди ко мне, дружище. Иди. Давай, я тебе пиздану один раз, и тогда уже буду вынырять. Ну, надо главное... Вот так, отлично. Ладно, короче, тут я ничего... Короче, поплыли отсюда, поплыли к большому острову. У нас координаты есть, введены уже, и мы туда и направимся. Если у нас, конечно, ветер позволит туда направиться. Сначала, короче, выгрузим у меня с ресики. Так, пластмасса нет. Так, тихо, ты жмор-то. Пора жрать мой, блядь, лорд. Отлично. Ага, супер вообще. Бомба. Ну, сейчас мы выложим все, и тогда уже заберем это все дело. Так, шарниры сюда. Так, что у нас сок есть сюда. Веточки у нас были здесь. Хорошо, досочки сюда тоже положим. Еще досочки. Не, ну эти оставим здесь. Вот, да. Что у нас здесь? Камень. Так, у нас медь была, кажется... Подожди. Досочки. Вот у нас. Сюда переложим его. Так, семки у нас были здесь, да? Семки у нас были здесь. 10, 9. Так, ягоды тоже положу пока что сюда. Пусть не здесь валяются у нас. Так, что у нас здесь? Ням-ням, пусть это будет здесь. Железо, железные слитки. Это сюда. Это вот сюда. Железный слиток, железо. Это потом расплавим. Это не... Так, это сюда. Оставим это здесь. Так, хорошо, пошли собирать рыбку. И пошли к грилю. Странно, что чайки не сожрали нашего, блин, этого. Так, где наш гриль? Что здесь? Сок. Гриль, иди сюда. Семерочка покажешь, да? 3 штучки мяса пожарили. Так, хорошо. Ладно, смотрим, куда нам надо плыть. У нас пойдет по ветру вообще, нет? Так, ну врубаем, нам надо... Ой, 1300, японский ты городовой. Так, надо сначала вырубить и поднять якорь. А то мы и так никуда не уплывем. Поднимаем. Поднимаем парус. И в путь в далекий. Так что, друзья, я тут прервусь. Когда уже будем подплывать к этому месту, подключусь обратно. Так что большое вам спасибо, друзья. И никуда не уходите. Скоро вернемся. Ну что ж, друзья, мы прибываем к месту назначения. Тут осталось... О, там в тумане видно большой, огромный корабль. То бишь яхта. Не, ну скорее это не яхта, даже корабль. Ну или очень большая яхта. Точно не знаю. Короче, подплывем поближе, конечно. Сколько там осталось у нас? 200 метров. Но мы идем против течения. 172 метра, да. Довольно-таки долго это займет процесс.
Так что мы вернемся, как только я вступлю на борт этого офигеннейшего лайнера. Так что, друзья, будьте со мной. Друзья. Итак, для того, чтобы там вам было комфортно все чувствовать, вам надо взять с собой, по крайней мере, 2-3 копии. Это уже зависит от вас, да. Ну, топор, это даже не обращаю внимания, потому что это сломается, он, да, он даже там не нужен. Взять с собой еды, взять с собой водички, чтобы не бегать обратно туда-сюда, обратно к плоту, чтобы это все сделать. Так, мы сохраним мир. На всякий случай, блин. На всякий случай, друзья. Так, вернуться к игре. Ну и что, мы пошли. Как говорится, супчик мы взяли, да? Да, супчик мы взяли. Сейчас его покушаем, кстати. Выпьем водички на максимум, чтобы было. Дополним то, что нам надо. Чтобы было все по фэншую. Не хватило жопа, ты жопошная, ну. Ну ладно, я думаю, что нам хватит этой водицы. Если что, вернемся. Так, ну ладно, что, ныряем. Пофиг, что это туман. Ну ничего, погнали. Посмотрим, что у нас там есть. Чего у нас там есть. Что у нас... Не был ни разу здесь. Да, я смотрел по стримам. Смотрел, что они тут лазили. Кто как, в каких сетапах вылазил. То есть, что кто с собой брал. Но большинство там только... Что, там проблемы составляют только крысы, которые спавнятся постоянно, блин. Ну, надеюсь, что этим у нас проблемы не будут. С убийствами, видно, крыс, да. Берем так сразу копье. Потому что не знаю, когда они тут появятся. Не знаю, может, эта серия растянется на парочку сразу. Ах ты, вот что я уже сразу забыл взять. Фонарь. Нам надо было сделать налобный фонарь. А мне же не надо, блин, быть. Я же не под водой. Потому что будет плохо видно, что мы ищем. То это моторное отделение, это понятно. Короче, нам надо все обшариться, все облазить, все поискать, все посмотреть. Что? И ничего не случилось, да? Хорошо, да. О, свет врубился, отлично. Уже плюс какой-то есть, да? Так, что у нас здесь? Лом, отлично. Лом. Хлам, собираем все, что возможно, собираем. То, что нам это понадобится, все равно в дальнейшем. Так, дальше смотрим, что здесь у нас. Есть какие-то записка? О, записка. Так, записка, записка, записка. Записка, писка. Так, вас агатан. Это, наверное, название корабля. Так, что это? Диктофон. Лом. Найдены предметы. Не знаю, где мы, сколько продержится эта затычка. Что бы мы ни делали, вода поднимается. Пропеллер как что-то странно шумит. Кажется, Мати затопил двигатель. Сигнис пускает сигнальные ракеты. Филипп врубает музыку на всю громкость. Думаю, никто из нас не знает, что делать. Сброшу за борт сегодня вечером. Сброшусь. Сброшу? Сброшу. Что ты сбросишь вечером сегодня? Может, течение отнесет куда-то подальше. Кем бы вы ни были, пожалуйста, найдите нас. Я нарисовал карту, надеюсь, она поможет. Селин. Какую карту, блин? Нет тут карты. Ладно. Может, где-то здесь карта есть? Так, диктофон должен быть, да? Только не знаю, здесь или где-нибудь в другом месте. Ну, посмотрим. Использовать лом. И все? Все? Один раз только могу использовать? Крысы? Ах ты жопа. Надо приновиться еще с этой шнягой. Ладно, он много не отбирает, да, но все-таки все равно. Что, ачивка какая-то получилась? Да, все-таки надо было, надо взять, надо... Что это такое? Карто... О, жрачки до херища. Это радует. Ой, ёстер, сколько тут рисов. Походу мы будем ходить еще обратно на корабль. Это можно открыть, не? Не, нихер нельзя открыть. Тут очень много ресов. Запись, так, заметка. Так, транскрипция. Знаете, что хуже всего? Эта гадина, скорее всего, выживет. Йенс, у нас заканчивается еда. Половина команды свалила в шлюпах. Мы сидим на тонущем куче мусора. А ты жалуешься на крысу? А что еще делать? Эта тварь сажала пол коробки крысиного яда, а потом выползла по трубам в рубку. Яд, наверное, простроченный. А когда улов в нее стрелял, я видел, как пуля в нее попала. Она даже перевернулась в воздухе, может, притворилась. А когда Карл топил ее в ведре, умник, что-то был другая крыса. Тут не одна крыса. Тут не одна крыса. А, блядь, тут умник, тут же не одна крыса. Да, блин. Так, тут ничего нет, блин, в этих ящиках. Блин, тупо что я не могу залезть.
Походу у нас тут не хватит инвентаря, да? У нас уже почти что забит инвентарь. Так, эти никто нет, ничего не открывается. Нихера не сделать. Ну ладно, допустим. Тихо. Что за звуки, блядь? Напрягают такие, знаешь, как ужастиках, блядь. Иди сюда, главное. Так, что. Опа. Хлам. Болторез? Ты что, издеваешься надо мной? Идите нахуй найду болторез. Ладно, пошли дальше искать этот болторез. Сейчас, наверное, какая-то крыса опять нападет на меня. Синий ключ. Крыса? Крыса? Есть какая-нибудь крыса? Нет, нету крысы. Странно. Красный ключ. Мы подняли красный ключ. Да ничего нет? Вот привычка смотреть в лицо. Он типа нагнулся и сам говорил, нагинаюсь еще, блин, чтобы, бля, лучше просмотреть. Ну это привычка уже. Так, мы крысы сейчас, блин. Так, красный ключ, там был синий, да? Да, там и там нужен болторез нужен, да? Что там у нас? Stairs, лестница нам. Крыса? Крыса? Нету крысы? Топливный бак. Так, записка. Каспер, система вентиляции разворочена. Запасной генератор для холодильника только что приказал долго жить. Повод торчат, провода торчат наружу, так что шевелись, если не хочешь, чтобы из еды оставили только консервы. А еще у нас, кажется, нашествие крыс. Только Йенсу не говори. Оскар, по скриптам. Кстати, мы знаем, что ты откладываешь припасы для Карин. Начинай делиться, или мы сами свои возьмем, так будет справедливее. Ну тут уже, ну это опять, конечно, выживалка. Там, блядь, мне тут кажется, сейчас выглядит, когда крыса, сука, выбежит на меня и сожрет меня. Так, еще одна записка. Каспер, система... Так, транскрипция. Журнал припасов. Боже, да кому это надо? Мясо почти кончилось. Едим в овощи. Сможем, наверное, растянуть еще на месяц, если наш главный согласится. Распределить пайки. Странно, что брюхо у Уолфена никуда не делось. Она, похоже, последний толстяк на... Он, похоже, последний толстяк на планете. Фу, красиво. Какого черта ты творишь, Янс? Ищешь проклятую крысу? Держись подальше от баллонов с топливом. Слышишь? Ухожу. Не надо туда из штанов выпрыгивать. Я даже не прикасался к тайнику твоей подружки. Убирайся, или я тебя хребет переломаю. Серьезно говорю? Надо усилить здесь охрану. Да, крыс туда, блядь. Пошли. Блядь, сколько пластика. Что с местом? Почти что нету. Надо сожрать какую-нибудь рыбку. Мясо. Мясо-то будем жарить потом. Стейк. Хорошо. Главное, чтобы еще раз все проверить, чтобы не возвращаться к этому делу. Так. Копье. Дверь оставляем открытой, чтобы мы могли ориентироваться. Использовать красный ключ. Крыса? Крыса, ты где? Крыса. Нету крысы, блядь. Странно. Ух, что это такое? Механическая деталь. Болторез. Болторез? Да, болторез. Требует 5 механических деталей. Ебать, ты где? Требуется провод, зажигалка, топливный бак, пуля. Да еб... Блять, так тем... В этой темноте вообще не алё гулять вот так. Есть какая-то записка? Это что, молоток? Это что-то вроде наподобие молотка. Мне, походу, надо идти... Подожди, что мне надо, чтобы создать фонарь? Или я вообще могу создать его? Налобный фонарь. Походу, даже не могу его создать, да? Да, я не могу его создать. А почему я не могу создать? Это хоть факел, может быть, это замутить? Ну, здесь факел. Бинокль. Нихуя здесь нету. Даже факела нету. Что за херня? Фонарь. Доски нужны. Но это который ставится на пол. То, что нам не нужно. Так, ладно. Нам нужен налобный фонарь, который я не могу даже сделать. А как он делается, даже не могу понять. Надо будет проверить. Так. А подожди. А, болторез нужен, да? Болторез у нас есть, надо вернуться обратно. Только не помню куда.
Ну что, побегаем, молись. Синий ключ. Запись, синий ключ. Запись, проверим, что у нас там. Транскрипция. Эта хрень работает. Лучше тебе ей работать, уже третий раз пытаюсь начать. Капитан, повторяю, мне жаль, надо смотреть правде в глаза. Ваша горячка не приходит. А, ваша горячка не проходит, блядь, болезнь. Были правы, мы оттялили вслепую, жалкими припасами, даже без доктора. Не думаю, что у нас есть шанс. Улов, кажется, тоже что-то понимает. Улов, это Улов. Бродит тут ясно своим жиром, трясет своим жиром, играет с вашими пистолетами из сейфа. Интересно, он знает, что мы забрали патроны. У людей нервы сдают. Выходки Каспера только нагнетают обстановку. Я даже не знаю, насколько вы нам нужны. Словами все не объяснишь. Но, ах вот ты где, мразская писклявая гадина. Иди сюда, мелкая ты, зараза. Ах ты шлюшка. Ладно, ладно. Тут синий ключ, пошли туда где-нибудь мотанем. Ага, это выход на второй этаж. И тут будет крыса, наверное. Крыса. Нам не нужен, друзья. Короче, сейчас вернемся на базу. Я проверю, что с фонариком. Потому что, ну вот так бегать в темноте вообще не алё. И вам не видно, и мне тут толк ни хера не видно. Так что как только вернусь с плота, включимся опять. Ну что ж, друзья, мы вернулись. Свод уже с батареечкой. На лбу. Так, почему ты не работаешь? Спокойно, так, тихо. Почему ты не работаешь? А, может, так вот надо? А, все, понял. А это что, сюда надо поставить? А, не, смотри. Только я могу одну вещь-то вешать, да? А, хорошо, ладно, допустим. Допустим. Ладно, надеюсь, что этой батарейки нам хватит на какое-то определенное время, да? Так, берем копье. Тут эта крыса по-любому есть. Тут могу залезть. О, пластмаска. Ничего толкового больше не вижу, да, здесь там листья. Так, тут ничего нету, соль, приправы всякие разные. Короче, надо все тут облазить, обшарить. Бутылочки, бутылочки, ничего, ничего толкового. Может, какая-то записочка. Так, нет, ничего. Так, тоже ничего. Здесь третий этаж. Так, рубка. Какая-то каюта. Ладно, поищем, может, есть толку. Так, нет, записка не работает. А что это смысл? Мы сюда приходили, если тут ничего не можно было... Тихо. Ничего не можно полутать. Ладно, допустим. Ничего нету. Ничего. Вообще ничего тут. Может, это в ванной где-нибудь что-то валяется. Пластмасса только. Тут тоже ничего нету. Эту бы, блин, яхту завести вообще было бы, блин, чики-пуки, да? Тут кто-то издевался над этим, над картиной вообще бессовестный. Так, ладно. Так, это что-то я могу открыть, а что здесь? Ага. Ну, блядь, только пластик, ничего толкового, другого нет, не вижу здесь. И вот не знаю, как долго эта батарейка вообще держится, типа, ну, который у тебя налобный фонарь, как долго он работает. А тут тоже ничего нет, да? Это у нас неактивная, это у нас тоже неактивная. Телевизор, тут ничего. Тут ничего, может, здесь что-нибудь? И? Нет, тоже ничего. Зачем мне давать такую локацию, где ни черта нету? Крыса. Сука. На нахуй. Твою мать. Надо еще привыкнуть к этим тварям. Надо их как-то в определенный момент дубасить. Сейф. Четырехзначный код какой-то. Ага, я понял. Так, тут ничего не так, сейф, значит, нам будет вернуться, значит, там что-то есть. Походу, там были провода, если не ошибаюсь, друзья, кажется, там были провода. То, что нам понадобится провода, смотря по видосикам. Так, ладно, идем дальше. Крыса. Крыса. Складское помещение, нету крысы? Так, механический деталь, хорошо, есть. Что здесь? Шарниры, доски. Походу, ну, очень много лута, друзья. Могу очень много лута прям. А, куда дальше? Все, тупик.
Ничего не вижу больше. А, у нас же еще есть третий этаж, блять, тупик. Так, тут мы уже были. Тут мы не можем зайти, тут у нас не дозволено, там тоже. Здесь мы пролутали, ничего не было. Ладно, пошли на третий этаж тогда. Где там этаж? А, вот. Крыса. Мы три раза пизданули, и все нормально. Да, главное шевелиться, главное не останавливать на месте. Так, ладно. Так, тут четвертый этаж. Но пока что нам рано. Что? Требуется ключ-карта. Ага, понял. Крыса? Есть какая-нибудь крыса? Деталь, отлично. Пластмасса еще куча. Да вроде бы, блин, зачем я вообще лутаю эту гадость? Ну, короче, ничего страшного, если что... Лиси... Опа, записка. Сейчас зачитаем. Не, четырехзначный код. Идем обратно. У нас есть четырехзначный код. Ой. Выйдем на улицу, посмотрим, что здесь у нас. Ага, ящик какой-то. Что я выбросил? Болт, стекло. Стекло. Значит так. Мы жираем. Вот это. Болтяшка. Так, значит что, это тоже мы сейчас кушаем. Не порвать же даром этому всему хорошему. Так, короче, нам надо вернуться обратно сейчас на корабль. Ой, на второй этаж. И... И заперт изнутри, значит, блин. И открыть сейф. Почему заперт внутри? Я могу открыть его из отсюда. Да, все отлично. Требуется ключ-карта, ясно. Дальше бежим. Тут уже мы были. Это здесь открыли. Все хорошо. Ладно, идем вниз. По лестнице. Где лестница? Так, ключ-карта. Понятно. Лестница наверх. Нет, нам не надо наверх. Это что? А, я понял. Идем обратно. Так, надо сейчас найти место, где была эта ключ-карта. Это явно не здесь. Ну, опять крыса. Спокойно, блядь. Крысоныш. Так, где этот сраный сейф? Вот, видишь, нашел. Провода. Записка. Так, подожди. Транскрипция. Эта хрень работает? Лучше бы ей бы работать. Я уж третий раз пытаюсь начать. Капитан, повторяю, мне жаль, что надо смотреть... А, это уже было. Город Синева. Синева. Мы были на плоту каком-то. Смета. Проект был назначен чуть ли не преступный в размерах. Просто безумный. Несмотря на открытые протесты, проект дефиующих городов в ближайшее время не будет представлен. Омбудсмен Улов в своем последнем выступлении... По проблемам заявил, мы осознаем всю серьезную ситуацию и трудности, с которыми сталкивались люди в нынешние тяжелые времена. Однако без проекта реформации мы лишимся средней надежды. Если мы все вместе выберем себе жизнь или уйдем под воду вслед за Стокгольмом. Или мы же все вместе берем себе жизнь или идем под воду вслед за Стокгольмом. Мистер Люк сказал комментировать случай случающегося синоптика по нержации ее личной яхты. После вопроса Лупинников снимал, который видел лично. Короче, у нас, короче, будет, блядь. Вот это, я думаю, это будет следующая цель, куда мы будем плыть. Куда будем плыть и искать свет. Город света, так скажем. Назовем его так, да? Как иначе можно его назвать? Такой амбициозный проект. Так, ладно, что нам дальше надо? Что нам дальше? Что у нас с местом? Место вообще... Там... Стоп, там было рагу. Ебать ты же, крысоныш! Как вы тут спавнитесь так быстро? Ты хуел? Взял, отпиздил меня, тварь.
Стопа. Так, супчик надо скушать. А почему? Так, что это за место, блядь? Что-то типа вокруг только бегут, да? Ну да. Ладно. Ладно. Провода мы какие-то достали. Дальше идем дальше. Тут бы давай будет крестеныш по-любому на. Посмотрим, что у нас тут. Крестеныш, ты где? Крестеныш. Ну вот, крестеныш, иди сюда. Ты чё, хуел? Да ёп... Ты, блядь, Спайдермен, нахуй. Ебаный Спайдермен. Я говорил, Спайдермен, нахуй. Так, что тут? Ключ-карта. Ключ-карта. Поднята ключ-карта. Окей. Окей. А где нам было использовать ключ-карту? Я уже не помню. Ладно, полазим. Тут сейф. Требуется домкрат. Ясно. Этот домкрат надо будет строить, блядь, с этого, нахуй. У нас там было, видите, детали надо было собрать, какие-то детали. И, короче, тут будет такой пиздец, походу. Я буду просто, блядь, бешено тут бегать туда-обратно. Тебе мне приятно, говорится. И искать все детали, которые мне нужны, да? Я так предполагаю. Запрет изнутри. Ага, вот еще один тут подход. Да, ладно, пошли. Здесь есть дверь. Откроем ту дверцу. Так, мне как-то надо вернуться. Что-то там посмотреть. Куда-то было... Ну, это было на первом этаже, кажется, в погребе. В погребе, блядь. На нижнем ярусе. Так, что здесь? О. Припасики. Хорошо. Зеленый ключ, ясно. Идем выше. Требуется бомба. Так, хорошо, ладно. Погнали дальше. Не, короче, вернемся сейчас сначала вниз. Посмотрим, что нам надо было. Потому что я уже не, честно говоря, я уже забыл, что мне надо было. Ух ты, блядь. Отлично, так. Ты тоже будет дать наш крестеныш, да? Или нет? Подожди, а что там? Я там был уже? Здрасте, блядь. Это что за место? Пуля. Деталь. Бассейн. О, еще одна деталь. А как я так пропустил это место, вообще не понимаю. А, за транскрипция. Так, сейчас прочитаем. Зола. Читаем, что у нас там. Транскрипция. Так, где у нас? Транскрипция. Меня зовут Уильям Уилкстром. Всем, кто тут слышит мои последние слова, есть мои завещания. Признаюсь, я бежал, бросил своих подчетных и проект реформации. Возможно, смирно возможно, всемирно потом можно было бы избежать, но разве я мог что-то изменить в одиночку? Уолф-лодка готова. Я покидаю этот корабль и команду по необходимости, а не из-за трусости. Болезнь капитана вышла из-под контроля. Мы остались сами по себе. Мотор заглох. Так весь Так заведи. На чем я остановился? Вот, возможно, мы найдем место по суше, где-то на юге. Можно нас примут в убежище в Арктике, такие, как я, нужны им даже сейчас. Топливная трубка перерезана. Может быть, увидим рассвет нового РН. Что означает перерезана? Скорость перегрызана, блядь. Крысы опять на твою мать. Твою же мать. Уолф выгоняет чтовую шлюпку, поймать его. Так, я не нашел диктофон еще. Это как так? Почему не нашел диктофон? На меня нападают крысы. Но я не нашел диктофона. И где этот диктофон?
Почему я не нашел диктофон? Где диктофон? Может он быть в другом месте? Не знаю. Ну, ладно, полазим здесь, посмотрим. Ну навряд ли здесь будет он. Я уж так все обшарил здесь. Тут же нечего уже искать. Негде, негде и нечего. Может это потом еще в дальнейшем он где-то найдется у нас. Окей, ладно. Так, ладно. Идем дальше. Ух ты, блядь, здрасте. Не ждали. Ты шлюха. Да, блядь. Шлюшка, блядь. А где сраный диктофон, друзья мои, ну? Эти крысы распаунятся по-любому здесь постоянно. Stairs, лестница. Идем на лестницу, ниже. Может быть, что-то еще где-то проверить надо будет. Идем вниз. Где нижняя лестница? Вот она. Так, куда нам надо? У нас есть какой-то ключ-карта. Куда ее надо было использовать? Там, наверное, и диктофон. Что здесь? Тут нихера. Так, здесь у нас какие-то детали. Блять, это крысы постоянно меня... О, это у нас домкрат. Собрали домкрат. А, то что нам здесь надо? Пуля есть, топливный бак есть, зажигалка и нету. Топливный провод есть у нас. Надо найти зажигалку. Зажигалку. Так, ладно. Где-то тут было ключ-карта. Или на этом этаже, или на другом этаже, на втором этаже. Не помню точно, убейте меня. Так, ладно. Побегаем, посмотрим. Ну, явно не здесь. Ну, где же диктофон? Сука, диктофон нужен. Так, здесь ничего нету. Ладно, тут уже будет выход, походу, да, я понимаю? Да, выход. Да, здесь выход. И батарейка сдохла. Твою дивизию? Ну, ладно. Короче, друзья, я сейчас вернусь, раскручусь на плоту. Сделаю батарейку и уже тогда вернемся днем сюда. Так, друзья, ключ-карта была на втором этаже. Или баром, да. Тут у нас есть сразу же зеленый ключ, который нам понадобится в дальнейшем. Так, смотрим, что у нас здесь дальше есть. Нихера здесь нету, нихера нету. Нифига нету, тоже нифига нету. Только здесь это ключ у нас здесь был, да? Только ключ. Хорошо, ладно. Крыска. Здесь крыс убили, да? Ачивочка. Так, хорошо. У нас здесь есть сейчас ломик. А домкрат, который нужен нам для того, чтобы мы могли сдвинуть препятствие, которое у нас создано в следующей... Это как его? Бляха-муха. Что, серьезно? Ладно, жопа, все с ним. Больше энергии потратим, чем вообще какой-то толк будет с этого. Так, хорошо, ладно, погнали наверх. Ищем второй этаж, где наша лестница сраная. Так, тут лестница вниз, лестница наверх. Так, у нас так, зеленый ключ мы использовали. Нам надо, скорее всего, на втором этаже его использовать, да? Так. Ёбаный кабан, ёбаная крыса. Приловчился их. Глушить, мочить. Так, ну где ж? А. Сюда идем. Здесь должно быть препятствие, если не ошибаюсь. Не помню. Ладно, посмотрим. До сих пор еще диктофона не нашел. Не знаю, где он есть. Надеюсь, что мы в дальнейшем его найдем. О, здорово, крыса. Иди сюда. А я их всех промазал. Опять намазал, сука. Да что ж ты будешь делать? Раз, два, уже второй, да? Ёпты, кабан.
На, нахуй, получив таблище, жопа. Диктофон. Я надеюсь, что он будет это здесь. Использовать домкрат. А типа у тебя рук не хватило бы самому это сделать, да, дружище? Ёпта, блядь, прямо вся лодка, блин, тряслась. Хлам. Так, записка. Итак, что у нас тут? Travel log. Хранение пришла, пока мне сравнение сидеть тут. Она точно знала, что сказать, чтобы я приснял ее в сторону. Настоящая жена моряка. Не хотела, чтобы я разволивал. Раз что? Развивал эту тему. Женщина видела, что Вольф теряет контроль над командой, но не дням, а по часам. Вольф, сволочь такая, не подумал взять вакцину от столбняка, попадание от пропадом. Каспер, ты совсем ублюдкими ножами. Клянусь, если вы живы, скормлю вас всех акулам. Так, проверяю. Ну это опять там. Ну, начинается кипиш там, короче, неинтересно. Так, дайте мне диктофон, алло. Не вижу диктофона нигде на. Не знаю, где он находится. И что я здесь нашел? Ну ничего здесь не нашел. Или подожди, это что-то в записке можно записать? Подожди, еще раз прочитаю. Провиант больше нельзя держать внизу. Его можно подопить. Каспер умудрился отогреваться даже в карцере. У меня свело челюсть, когда я пытался успокоить матроса, который хотел выброситься Олафа за борт. Бежать некуда. Жара растет и растяет, я буду рогаючим изнутри. Корабль дрейфует, некому стоять за штурвалом. Когда я закрываю глаза, вижу Стокгольм. А перед со мной мы плаваем улицами, как рыбы. Поплываем, разбивая варианты магазинов. Не ехал в ней, жаре спасет. Где Ханна? Ханна, блядь, где-то исчезла. Так, ну ладно, что дальше? Так, а, у нас есть ключ. У нас есть ключ. Что дальше? У нас есть ключ. Идем наверх. У нас есть какой-то ключ. Зеленый ключ, походу. А зеленый ключ нам нужен будет это там дальше. Так, что нам надо? Надо зажигалечку. Так, тут ничего нет, да? Тут ничего нету. Нет, тут ничего нету. Здесь? Ага. О, зеленый ключ. Здрасте, кто здесь? Здрасте, крыса. Это что? Это ничего. Что здесь? Ничего. Шампунь, кондиционер. Здесь ничего, ничего, ни хера. Пусто. Пусто. Ёбаный кабан. Крыса сраная. Куда ты исчезла? Алло, ты где? Крыса. Крыса куда-то забагалась. Прочитаем потом. Блять, крыса. Так. Т. Реформация чего-то отходит, терраформирование, бассейн капитана стабилизован, ожидается урожай в бассейне Нигера. Бассейн Нигера, это что? Зажигалка. А вот диктофон я не нашел. Я где нахуй диктофон? Потому что я уже могу создать бомбу, чтобы вынести дверь последнюю. А вот где у нас диктофон, без понятия. Диктофон. Он должен быть где-то здесь, потому что у нас кассета, это можно, чтобы не читать, я думаю, это будет производиться диктофоном. Может быть, не знаю, это так, я предполагаю. Но это не точно. Ладно, дальше. Это мы проверили. Так, где... Ага, stairs, лестница здесь. Наверх. Что у нас? Тут бомба, да? Требуется бомба. Короче, надо сейчас самый вниз. А значит, что сделаем, друзья? Мы сейчас... Да... Блин, можно так попытаться. Не, лучше нахуй, не будем рисковать. Лучше пойдем по лестнице, как нормальные люди. Можно, конечно, спрыгнуть вниз. Здесь тут уже крысы не зараспавнятся до этого момента, пока я вернусь. Но это не точно. Так, ладно, где следующая лестница? А уже, сука, бежит за мной, падай, иди с жопу. Где лестница? Лестница. Лестница. Нет, не лестница. Где лестница? Ах ты, бля, жопа, за мной бежишь, да, постоянно? Как раз сломалось копье наше, да? Это уж тебе, получается, одно с половиной копье уже отдало крант. Так, что здесь, блин? Это могу собрать? Я прочитаю потом, друзья, эту записку. Сейчас эту педриву... Да, бля... Да ёбаный в рот, ну!
Родина здесь раньше была? Так он записку что-то там нашел, записку новую какую-то, не записку. Travel log. А, это опять же. Отлично, здесь под контролем один из наших йенс урался кессона раньше, чем протруды начальство произвольно, чем дело. Пока плывем без проблем. Команда выполнила проверку припасов, весь на что Вольф половину нужно не достал. Нам надо пристать к берегу и добраться недостающие. Парни начали подвигать к линии, девочка на улев. Ну я, ясно. Это travel log, это типа, я понял. Так, где наш, блядь, где наша лестница? Stairs. Так, здесь эта лестница должна быть. Вот она. Нам нужно, надо нудно вниз. Только не помню, в ту сторону или в эту сторону. Скорее всего, в эту. Нет, в ту, походу, не? Походу, не в тот конец идем. Или в тот. Да, в этот. Сейчас должна быть бомба. Да. И сейчас идем наверх, самую капитанскую рубку. Забираем все, что там есть. Надеюсь, что найду там диктофон, ну, это не точно, я не знаю. Если, друзья, вы знаете, где находится диктофон, напишите в комментах, пожалуйста. А то я хочу собрать все, что возможно с этого места. Так, ладно, это выход, нам надо на лестнице. На лестнице в этой стороне. Вот сюда. Ну, опять они, ну, блядь, вы издеваетесь надо мной. Да ёбаный ты габан, ну. Что ты хотел, чтобы я от крысы сдох, а? Лестница. Он покушать. Надо выпить. Сохранить мир. Ну, на всякий пожарный, знаешь, лишний не будет. Так, домкрат я сломал. Ой, не сломал, а здесь все здесь сделал. Так, лестница должна быть где-то здесь. Вот она. Ебать, как колбануло там. Ну все. Ну вот сейчас собираем все, что здесь есть. Чертеж. Второй чертеж. Балбао, это мы будем на остров плыть. Запись, это проверим. Так, запись, запись, запись. Хлам, хлам. А вот диктофона, друзья, нет. Только, к сожалению, я не вижу, где диктофон. Не знаю, ладно, давай прочитаем тогда записки, что у нас есть. Итак, ребя, Рубен, я ушел от тебя с обиды в отчаянии. Я думал, как это свет близко, а ты никогда об этом не говорил. Хотя и думал об этом. Возможно, ты ждал это с нетерпением. Вот почему тебе все ни по чем. Но ты никогда мне не говорил, никогда не рассказывал свои секреты, а только погружался в себе все глубже и глубже, как мир под воду. Я видел, как конец света наступил лично для тебя, Рубен, и это было выше моих сил. Прости, что я сбежала. Сейчас я все знаю. Великстром поднял, не имел. Никто из этих глупцов до сих пор не имеет. После ухода капитана они просто дрейфовали без цели. Остановили какой-то проходящий корабль, украли еду. Через 2 недели начали грызться с друг другом. Мы застряли на вершине горы. Грозка людей посреди беспокрайнего синего простора. Мы голодные и напуганы, но мы не можем здесь оставаться. Мы поплывем дальше, на юг, сколько получится. Мэтт говорит, что там есть суша. Найди меня, если сможешь. Ты не проверишь. Я люблю тебя, Хан. Ясно. Ну вот ты, диктофон, не нашел я диктофон. Друзья, если знать диктофон, скажите, подскажите, пожалуйста. А то я не понимаю, где этот диктофон вообще находится. Жопа. Сраный диктофон. Вроде бы все облазил, вроде бы все дотошно проверил. Это что здесь? Это выход куда? Это просто, да. Заперт изнутри, ясно, я понял. Это капитанская рубка, ну значит, так, откроем там дверь тоже. Возможно, где-то что-то пропустил. Это все возможно. Но, по крайней мере, туда, где я ходил, я ничего не находил. Каламбур, каламбур. Хорошо, ладно, что здесь, когда записка? Тоже могу забрать ее? Нет, не могу ее забрать. Так, ладненько, 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 хорошо. О! Ящик с припасами, что это? Шарниры. Биотопливо? Алло, что это за биотопливо? Это надо мне. Сейчас сожрем. Где там мясо? Что за биотопливо? Это надо, чтобы завести... это как его? Шарниры. Что мы сейчас скушаем этот раз картошину.
Ну, конечно, можно пробежаться и проверить, где, может быть, еще раз. Но это уже буду другое за кадром делать. Так что, друзья, большое вам спасибо за вашу поддержку. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии по поводу диктофона, если вы знаете, где находится. А на этом мы уже сегодня закончим. Дальше будем уже делать двигатели, тогда далее по бодам. Или даже, может быть, я соберу все ресы, и тогда уже мы приступим к этому починка. Я сейчас побегаю еще по этому кораблю и посмотрю, где этот диктофон. Надеюсь, что найду. Если нет, тогда, друзья, оставляйте комменты и подскажите, где он находится. А на этом большое вам спасибо, друзья. Всего хорошего. Пока-пока.